Добрый день, церковь. Я знаю, что у вас реакция разная на это приветствие. Но я специально так поприветствовал. У вас хороший день сегодня. Но моя проповедь о том, что у вас может быть плох плохой день. И мое пожелание вам, чтобы у вас был хороший день. Поэтому так говорят "добрый день". So say, а он не всегда у нас хороший. И мы не употребляем это обычно в церкви. В церкви мы говорим мир вам. И это то приветствие, которое, которое сказал Иисус Христос. И оно очень много в себя вмещает. Оно означает, что когда ты говоришь мир тебе, то мир, который ты действительно имеешь. Он приходит в тот дом, куда ты приходишь. С тобою приходит мир, который ты имеешь. Что такое мир? Это отсутствие войны. Но у меня сегодня военная тема. Это Ефесянам 6 глава. 6. <laughs> Я думаю, что вы все это послание читали не раз. Epistle, uh, И неоднократно задумывались над этим. Это очень серьезное предупреждение. Когда мы находимся в покое, rest, мы uh, способны uh, ос ослаблять внимание. Мы we, we are apt to not be когда Израиль uh, захватывал землю, которую пообещал ему Бог. Там написано об одних людях, которые жили высоко в горах. И написано там, что они жили беспечно. Они ниоткуда не ожидали никакой войны. Они чувствовали себя безопасно. They felt safe. И это было их проблемой. Потому что евреи пришли и завоевали их. Тогда, когда они не ожидали. Поэтому Библия предупреждает нас. Но я сразу же хочу предупредить вас. Если ты и Бог... Имеешь правильные отношения, то этот союз двоих это всегда больше того, что в мире. Это всегда больше той силы, которая есть у дьявола. Потому что Бог, Он превыше всего. Поэтому важно иметь с Ним правильные отношения. And for this reason, it's important to have the right relationship with Him. быть с ним Not to, not to be in enmity with God. Uh, том, все, uh, люди, the Bible says that all non-believers, all sinners. Потому что грех это вражда против Бога. Они находятся на территории, uh, враждуют с Богом. They are war with God. И являются врагами Бога. And they are to God. Но я верю в то, что здесь сидят люди, But I that are here, которых правильные отношения с Богом. И даже если мы падаем где-то. Мы стараемся избавиться от этого падения, fall, подняться и идти вперед. Я хочу читать послание Ефесянам, Шестая глава, с 10 по 20 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Потому что наша брань не против крови и плоти. For our struggle is not against flesh and blood. Но против начальств. But, against rulers. Против властей. Against the powers. Против мироправителей тьмы века сего. Against the world forces of the darkness против духов злобы поднебесной, для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять, и так станьте припоясав через славу вашей истинную. And having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, in addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one.

and the final verse and pray on my behalf that utterance may be given to me открыто, in the opening of my mouth to make known with boldness the ministry of the gospel Итак, the mystery апост... of the gospel пишет, uh, so the apostle Paul writes a letter to the Ephesians it was written when he was in prison and примерно определяют что that it was между, в период 58-63 год после рождения Христа. И апостол Павел написал четыре послания в этой тюрьме. And Paul wrote, uh, four epistles, four in this Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам e и Филимону. E Ephesians, and Это послание, оно одно из самых сильных посланий. Uh, по крайней мере мне так кажется Or it seems so to me. я люблю это послание I love this брат леонид часто заостряет на нем внимание это послание полного восторга оно открывает силу верующего человека it

Слава Богу, мы сегодня не в рабстве. And praise God, we're not in slavery today. Мы рабочие. We are workers. По-английски не звучит, правда? И мы доходим до 10 стиха. And now we're approaching verse Апостол Павел говорит, во всех этих сферах мы можем иметь проблемы. И если мы будем честны, то мы действительно имеем порой проблемы в этом. Honest, мы имеем areas. проблемы с послушанием. Мы имеем проблемы с любовью друг друга. We Мы имеем проблемы с повиновением. И мы стараемся это как-то решать. Иногда это у нас получается, иногда не совсем. It works out for us, sometimes it doesn't. И апостол Павел доходит до 10 стиха. And Apostle Paul gets to verse И он говорит, наконец. And he says, finally. Он как будто бы делает заключение. He's making a conclusion. Наконец, братья мои. He says, finally, my brethren. Укрепляйтесь Господом. Be strong in the Lord. И могуществом силы Его. And in the strength of His might. Послушайте. Listen to me.

Послушайте. 13 стих. Verse 13. Он говорит нам. He tells us, Что в нашу жизнь. Life, может прийти злой день. Я понимаю, что кто-то этот злой день проходит сейчас. И апостол Павел предлагает, чтобы мы облеклись во все оружие. Потому что мы находимся на войне. Because we are at war. Кто одевает оружие? Who puts on the armor. Тот, кто связан с войной. Оружие не одевают просто, чтобы покрасоваться. Uh, Хотя и такие люди есть. Well. Но послание Послание Ефесянам, написанное было в тюрьме, и это была римская тюрьма, и я понимаю, что апостол Павел сидел в тюрьме, и он видел солдат, которые ходили там, охраняли, он смотрел, это был образ перед его лицом

Это враг, который знает, какая рыба на что клюет. This is an enemy that knows which fish bites to which bait. Он знает все твои слабые стороны. He knows all your weak sides. Он знает, на что ты можешь повестись. He, knows what you may fall into. И у него нет цели устроить благополучно твою жизнь. And he's not trying to enhance your life. У него нет цели, чтобы ты достиг небес и был победителем. У него одна цель, это тебя погубить. И Библия предупреждает нас, что он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он ходит как рыкающий к сожалению, мы не видим нашими глазами. Unfortunately, we do not see with our own eyes. А может быть, это и хорошо, что мы не видим. And maybe it's a good thing that we don't. Но важно, что мы понимали. But it's important for us to understand, что мы находимся в мире, в котором существует дьявол. That we are in a world where the devil exists. И вокруг нас полно всяких злых духов. And us, there are a lot of evil spirits. Но благодаря тому, что вокруг нас есть Божья ограда, они не могут достигнуть тебя. They touch you. Они не могут причинять тебе вреда. They harm to you. Они могут коснуться тебя настолько, насколько Бог позволит. They can only touch you To, the, to, the, to, to, to as much as God allows it. We Do you remember Job? Uh, when the devil came to God, he even goes there to, to, to touch the saints. He says, you, you have protected him with a hedge of protection. And this is why he. Иногда в нашу жизнь приходят дни, они могут прийти в твою семью, они могут прийти в твою жизнь, они могут прийти в церковь, когда Бог снимает ограду, и он позволяет, чтобы дьявол прикоснулся к чему-то нашему. Но Библия предупреждает нас об этом, this, что злой день может настать. Но для того, чтобы его пройти, и более того, чтобы выйти из него победителем, that, a, a 11 стих говорит: «Облекитесь во все оружие Божие». Итак, это оружие. Это божье оружие. Ты не можешь идти на войну с дьяволом со своей силой. Я помню, у нас один брат, он говорит, мне проснился сон, что я воюю с дьяволом, я взял палку и я пытаюсь с ним драться. Я проснулся.

чтобы сохранить тебя от поражения дьявола. В чем заключается суть победы? Кто побеждает? Uh, когда воин надевает оружие,

Скажите, первая и главная причина, или, как сказать, вот, коротко так, успешного солдата. What's, what's, reason, what's как вы soldier? можете охарактеризовать? Дисциплина. Дисциплина. Солдат не просыпается тогда, когда ему хочется проблему попадет. И плохой солдат And a bad soldier, это недисциплинированный солдат. Is an undisciplined soldier. Поэтому в армии очень важна дисциплина. And so is very important in the army. Мы живем в стране, в которой мы не любим дисциплину. We live in a Поэтому полицейские иногда нас дисциплинируют. Иногда на работе нас дисциплинируют. Но мы живем в стране, в которой я личность, и я свободен делать, что я хочу. Поэтому под мостами столько свободных личностей. Они просыпаются, когда хотят.

And the second thing is exercise. он тренируется he trains himself. если он не тренируется he does not train himself, вы можете его одеть в солдатскую одежду you can him in, in the, the of a вы можете подцепить на него uh, броню you can put the armor on him. вы можете дать ему меч you may give him a sword. и дадите ему щит And you'll give him a и в первом же бою And in his first battle, только Божьей милостью он будет

but the, the bible invites us to put on the armor of God. because we wrestle not against flesh and blood. often times we, ch we change our battle and we go against people. how many times have you been hurt because of people? how many times have you seen an enemy in the people next to you? Петр приходит к Иисусу, и у него очень хорошее желание. И он говорит, Господи, пожалей себя. Я думаю, что на Его месте я сделал бы то же. Но послушайте, Иисус видел дальше, чем люди видели. Иисус видел дальше, чем люди видели. Иисус видел дальше, чем Петр видел. Иисус видел дьявола, который использовал Петра. знаете, есть них есть соревнования когда дразнят быка красной тряпкой. Uh, И этот бедный бык бегает за тряпкой, не понимая, что настоящий враг... Not understanding that the real enemy рядом, is right next to it. And, and the problem is not in the cloth, but the person who is holding this cloth. And, and I, I think that the devil uses people in the same manner. He brings this person to us, and he tells us a hurtful word. Or maybe not a hurtful word, but they didn't.

Но проблема в другом. But the is not in that. Мы выбрали неправильного противника. We have the wrong enemy. Мы неправильно воюем. We are not Поэтому correctly. мы проигрываем. And for this we lose. И это то, в чем заинтересован дьявол. And that's what the devil wants us to do. Я сказал, что мы никогда, ты никогда не знаешь, что думает враг. Но он знает температуру твоего кипения.

Для всего примите все оружие Божие, 13 стих. Verse 13, it says, therefore take up the full armor of God. вы могли противостоять день злой. So that you will be able to resist in the evil day. И все преодолев устоять. Бог желает, чтобы ты устоял. И когда очередной раз дьявол возьмет этого человека, а иногда он даже берет Петра, апостола, и с хорошим намерением, но это то, что коснулось больного твоего места. Прими Божье все оружие. Итак, станьте при поясах через славу Вашей истинную. И облегшись броню праведности. Итак, что такое истина? Многие сходятся к тому, что это откровение истины.

Откровение Божьей истины. Поверьте, когда ты получаешь это откровение, это полностью меняет твою жизнь. Это изменяет твое отношение к людям. Это изменяет твое отношение к Богу и к церкви. Потому что ты встретился с самим Богом, источником истины поэтому Писание говорит, чтобы мы припоясали наши чресла истины. Что делал солдат? Что делал солдат? На этом поясе у него висел меч. На этом поясе он цеплял даже свой щит. Они цепляли свой щит И много разных вещей.

В римской армии, если забирали пояс, это означало, что его разжаловали. That means that he was complained against. поэтому пояс носил очень важное, важное место в жизни воина. очень важно быть припоясанным истиной. Эта истина, она записана в Божьем Слове. Но очень важно, чтобы мы ее прочувствовали, эту истину. Она не может быть основана ни на чем, как только на Божьем Слове. Я помню, когда-то моя жена говорила, Говорит, я не понимаю, почему у братьев нету слова. I don't understand why the brothers don't have the word. Библию, they read the Bible and they don't have the word. Значит, that means they don't read it. Слово, when you read the word, God reveals the word to you. Ложится в твое сердце. И ты не можешь молчать. Потому что ты получил откровение от Бога. Бог открыл тебе свою истину. Это вдохновляет. Это поднимает тебя. Ты понимаешь, что Бог реален. You understand that God is real. Он показал тебе, как идти. Он показал тебе твою неправоту. He showed you where you were wrong. И Он показал тебе, как тебе выйти из твоей he проблемы. Showed you how to correct the situation. Поэтому читай это слово. So read the word, потому что это истина. Because it's the truth.

от праведного Бога. We were born of a God. От Василия Куксюка родились Куксюки. From Василий Куксюк, we have Куксюк children. От праведного Бога рождаются праведные дети. And from a righteous God we have righteous children. Но послушайте, дорогие. listen to me, dear ones. О чем здесь говорится? What is it talking about right here? То, что Бог дал мне праведность, это хорошо. The fact that God gave me righteousness is good. Но если я живу греховной жизнью, but if I live a sinful life, то Библия говорит ясно. Then the Bible is clear.

And Jesus says the words Here comes the prince of this world, and he has nothing in me. When the evil day comes, it tests the quality of your armor. And you can depend on the righteousness of Jesus. Но если ты находишься в грехе, sin, ты будешь иметь проблем. Поэтому Библия говорит нам, so us чтобы мы облеклись в праведность. Put on righteousness, чтобы праведность стала стилем твоей жизни, so чтобы когда ты проповедуешь Евангелие, so gospel, люди не могли сказать: "Да замолчи". Люди не могли сказать: "Да замолчи". Люди не могли сказать: Люди праведнее чем ты. Because of this world may be more than you. Люди честнее чем ты. May be more than you. Люди добрее чем ты. Than you. Люди uh, более как, не знаю, по Дружелюбный. Да, более дружелюбный, чем ты. The people may be more friendly than you. Итак, Библия говорит нам. And so the Bible tells us. 14, uh, 15 стих. Verse 15, И обув ноги в готовность благовествовать мир. Знаете, что случается с людьми, которые ходят босыми? Но я знаю, что мы когда-то в детстве ходили так, что кожа была такой толстой, что когда ты бежал по стерни, когда срезали пшеницу, то тебе не болело. Я работаю токарем. И иногда в мои ботинки попадает стружка. если она мне встреет в ногу, я не могу ходить. А уже забежать этого вопроса нет. Я должен освободиться от этой колючки. Иногда эта колючка настолько мелкая, что я не способен ее увидеть. Оно мне мешает. Я не могу ходить, но я не могу здесь сам избавиться от него Послушайте, иногда мы наступаем на такие вещи, которые причиняют нам боль. И мы не можем от них избавиться. А помните, что змей древний, он ползает по земле и жалит нас в пету И ты не можешь сам избавиться от этой боли. И ты не можешь быть полноценным воином Христа. Тебе нужна помощь. Потому что тебе нужно избавиться от этой проблемы, которая в твоих ногах. Ты не можешь быть готовым благовествовать Евангелие. Тебе нужна помощь. You need help. И что обычно я делаю? And what do I usually do? Я стараюсь это вытащить. I try to remove the, the shaving. А если я не смогу это сделать, And if I can't do it, слава Богу, такого не происходило, но нужно идти к доктору. Praise God, I haven't had to

есть тот, который может помочь. Поэтому прибегай к нему. А ноги в готовность благовествовать мир. Верующий человек он всегда должен быть готов благовествовать Евангелие. Он готов это делать. И дальше, паче всего, возьмите с четверы которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. То есть, более всего возьмите щит веры. Что делает щит? What Он Им можно защищаться. You can defend yourself скажите, из чего делали щит? <laughs> Друзья, я тоже так думал. I used to think the same thing, friends. Если вы сделаете бронзовый щит, If you make a shield, то там, где вы стояли, там вы будете стоять. You'll stand where you were standing. Щит делался из кожи. The, the was made out of это интересно, но это факт. It's interesting, but it's a fact. Делалась деревянная рамка. They would make a wooden frame. И Натягивалась кожа, и это бивалось вокруг уже железом или бронзой или чем-то другим. Но сам щит он был из кожи. Для того чтобы этот щит функционировал, он должен быть упругим. И когда попадает стрела, он пружинил и отбивал. It would back. Когда стрела раскаленная, when a arrow, что делали солдаты, what did the do? они мочили свои щиты в воде. They would wet the in the water. И они намазывали их uh, маслом. And they would put oil on them. Потому что кожа имеет способность ссыхаться и трескать. Кожа должна быть упругой. It has to be springy. И она должна быть обработана так, чтобы Горящие стрелы могли тухнуть. А теперь послушайте, друзья. Больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить раскаленные стрелы лукавого. Солдат каждый день обрабатывал свой щит. The soldier would work on his shield every day so that he can resist with it, so he can defend himself with it. Now, listen to me, dear ones. How can you strengthen your faith? Как ты можешь приобрести веру, которая может противостоять раскаленным стрелам? Конечно же, вера приходит от слышания. Of course, faith Но послушайте, друзья. But Святой Дух. В Писании. это про. Прообразом Святого Духа в Писании является елей. Oil is, an, is, is a foreshadow of the Holy Spirit in the, in the scriptures. And water is also a foreshadow of the Holy Spirit. Поэтому для тебя каждый день Библия предписывает или дает совет исполняйтесь Святым Духом входи в Божье присутствие укрепляй и смазывай свою веру чтобы твоя вера могла противостоять всякому злу чтобы всякая клевета всякое зло all зло

и меч духовный, который есть Слово Божие. Возьми шлем спасения. Иисус спас нас. Он сказал это в своем слове. И мы имеем надежду спасения. Мы спасены в надежде. Поэтому облекись в эту в эту надежду. Надень это на свою голову. И помни, что ты спасенный человек. И пусть никакие сомнения не смогут поразить тебя.

Единственное оружие нападения ⁇ это меч. Поэтому Писание говорит, что меч ⁇ это Божье слово. Это то, чем ты можешь орудовать. Послушайте, многие христиане, они терпят поражение. Они живут в жизнью поражения. They live life in defeat. И их проблема, они не читают Божьего слова. And their problem is they don't read the word of God. Они не вникают в Божье слово. They don't look into the word of God. Они не знают Божьего слова. They don't know the word of God. Они говорят, почему это со мной происходит? Say, why does this happen to me? Почему я падаю? Why do I fall? Почему это случилось опять? Why did this happen again? Но они не читают Божьего слова. But they don't read the word of God. Ты не сможешь противостоять дьяволу. You can't stand against the devil. Если ты не читаешь Божьего слова. If you don't read the Word of God, take this Word. Love this Word. This is тебя. the Word of God Himself to you. Read it. It will strengthen your faith. It will give you the opportunity to overcome. Это, меч, меч and so take the sword of the Spirit that is the Word of God. И дальше всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. And further it says, with all prayer and petition, pray at all times in the spirit. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством. And with this in view, be on alert with all perseverance. Друзья дорогие, My dear friends, чем отличалась римская армия? How was the Roman army different? Это организованностью. That was their organization. There was a, there's a Russian saying. One guy in the field is not a soldier. Yeah, we read about Samson. How many Samsons do you know? And even he was left without his eyes. An army is always organized.

And, and they asked me, he says, Can you believe at home by yourself? He says, Of course you can. Even the demons believe. But listen to this. The Bible says, Jesus said, I will build my church. And the gates of hell will not overcome it. Jesus died for the church. And Jesus will come back for the church. Привяжи себя к церкви. Tie yourself to the church. Прицепись к церкви. Cling to the church. И не оставляй церкви. And do not leave the church. Держись этой церкви. Hold on to the church. И даже если ты падаешь, иди в церковь. Go to church. Держись церкви. Hold on to the church. Потому что это тело Христа. Because this is the body of Christ. Это то тело, за которое умер Иисус. It's the body for which Jesus died for. Это то тело, которое Он заберет на небеса. It's the body that He will take to heaven. А теперь послушайте, друзья. Я подхожу к концу Откровения Иоанна. 21 глава 7 стих. Побеждающий наследует все. Когда мы читаем от начала со второй главы, Побеждающий вкусит от древа жизни. He who overcomes will eat from the fruit of, uh, from the tree of life. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. The, the one that overcomes will not suffer harm from the second death. Побеждающему дастся новое имя. He who overcomes will receive a new name. Побеждающий облечется в белые одежды. He who overcomes will be clothed in white clothes. Побеждающему дастся власть. He who overcomes will be given authority. Побеждающий будет столпом He who overcomes will be a pillar in the temple of God. His place is with Christ. On the throne. Бог предлагает тебе как своему сыну и дочери. God offers for you as His son and His daughter. Свое все оружие. His full armor. Чтобы ты мог противостоять. So that you can stand against. Когда придет злой день. When the evil day comes. И тебе будет не совсем комфортно. And you won't be comfortable at all. И в твою жизнь придут проблемы. And you'll have problems that come into your life. тебе все чтобы ты мог выстоять и выйти с этой войны победителем. Поэтому Побеждай и укрепляйся силой Господа. Он предлагает тебе это. Мы будем сейчас молиться. Друзья дорогие, если ты проходишь тяжелое время, если в твоей жизни злой день, проходи сюда. Церковь будет молиться за тебя. Мы станем в этой борьбе с тобой вместе. Чтобы поддержать тебя. Давайте склонимся для молитвы. Kneel to pray.